Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави вязаль», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на наш новый вязальный марафон. И, как обычно, все наши марафоны, он имеет второе дно. В этот раз мы будем вязать изделия для мальчика. Мы получили очень интересную смс-ку о том, что мы совершенно обделяем мужчин в наших вязальных мероприятиях. И мы решили это восполнить и связать изделия именно для мальчика. Потому что, как мы воспитываем наших мальчиков, такие у нас и вырастают мужчины. Этот марафон отличается от предыдущих тем, что мы не просто заявляем тему, но и показываем эскиз того, что мы вяжем. Предварительно я создала несколько вариантов расцветки, и участники нашей группы ВКонтакте проголосовали и выбрали второй вариант. Именно в такой расцветке мы будем вязать наши изделия. Ну а так как марафон – это игра, как у всякой игры, у него есть правила. Эти правила вы можете прочесть по ссылочке под этим видео или в нашей группе ВКонтакте, в которой мы публикуем все правила участия, все ссылки, ссылки на оплату и так далее. В этот раз мы марафон сделали платным, потому что мы будем вязать достаточно интересное изделие, причем на полный размер. Участие в марафоне может проходить по трем вариантам. Первый – это стандартный марафон с отчетами. И если вы не сдаете какой-то отчет, из марафона вы вылетаете, несмотря на то, что вы платите взнос первоначально 300 рублей. Второй вариант – это участие в марафоне без отчетов, но по окончании марафона записи у вас не остается. И третий вариант – это участие в марафоне без отчетов и по окончании остается запись. Ссылочка на оплату участия под видео. Для публикации отчетов и основной информации по марафону мы создали группу ВКонтакте, которая называется «Марафон Рыцарь». И ссылка также находится под этим видео, или вы можете прочесть название на экране. Первые два занятия бесплатны. На них мы будем вязать расчетный образец для того, чтобы вы могли связать изделие на себя или на своего ребенка. И второй урок – это один из элементов нашего джемпера. Эти два урока бесплатные, ну а дальше вы решаете, хотите ли вы все-таки связать вместе с нами, или же вам достаточно будет того, что вы будете следить за результатами марафона, тем, что навяжут наши участники. Правила участия в вязальном марафоне вы сможете найти по ссылочке под этим видео, но напоминаю еще раз, что марафон, начиная с третьего задания, будет уже платный. Вязать мы будем на нашу куклу из серии «Марина». Это старинные советские куклы. Рост ее достаточно большой, 70 см. Для того, чтобы все-таки показать основные элементы, потому что в этом изделии много будет интересных наворотов, несмотря на то, что вы видите, как выглядит эскиз. Как обычно, мы себе не изменяем и позволили порезвиться внутри этого изделия. Особенность этого марафона в том, что выкройку вы будете получать на каждом уроке. Выкройка дается не в начале марафона, не в конце марафона, как бонус. Вы сможете вязать вместе с нами на каждом уроке на себя, на своего ребенка, либо на куклу, потому что каждый урок будет сопровождаться тем, что мы будем разбирать выкройку определенной части этого изделия. То есть вы вяжете не на нашу куклу, а на вашу модель. Это особенность этого марафона, именно поэтому он платный. Ну и, конечно же, ни один марафон наш не обходится без бонуса. Бонус тем, кто свяжет готовое изделие и пришлет нам фотографию, это шапочка-шлем в комплект к джемперу. То есть это будет шлем для рыцаря. Уровень сложности, как вы понимаете, для начинающих. Мы марафоны не делаем такими, которыми вы не сможете их провязать, потому что, несмотря на сложность внешнего вида, несмотря на то, что в изделии очень много элементов, уровень сложности доступен для новичков, потому что мы будем вязать очень простые элементы. То есть, если вы умеете делать простые расчеты, набирать и закрывать петли, то изделие у вас получится, даже если вы будете вязать на ребенка. Кроме того, в каждом уроке мы будем предлагать вам несколько вариантов отделки и вязания этого фрагмента. Но если вы еще не обладаете опытом воспринимать эти рекомендации, то просто повторяйте то, что мы вам показываем, все равно у вас все получится. То есть марафон – это игра. И поэтому, даже зная, что вы вяжете, вы получите не совсем тот результат, который вы ожидаете. И как обычно, мы уверены, что с нами у вас все получится. Если вам нравятся наши вязальные проекты, нажмите «Нравится» на этом видео, поделитесь с друзьями через кнопочки соцсетей. Если у вас остаются вопросы, либо вы хотите принять участие в нашем марафоне, пишите на e-mail post@izbavizalnyy.ru или скопируйте e-mail под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, и вы получите массу новых видео, в которых мы делимся с вами нашими уроками и секретами мастерства. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.